Сотрудники управления МВД России по Пензенскому району по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве человека. Поступило заявление об известном исчезновении супружеской пары. Мужчины 1977 года рождения и его супруги 1979 года рождения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданина, который мог быть причастен к исчезновению супругов. Супружеская пара на своем собственном автомобиле ВАЗ-2108 подъехали к дачному дому, где проживал подозреваемый. В ходе выяснения отношений между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый вооружился огнестрельным оружием и произвел один выстрел в область головы потерпевшего. От полученного сквозного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов совершенного преступления, свидетеля, то есть очевидца произошедшего, супругу погибшего, он завел в дом и посадил в погреб. После этого, поскольку автомобиль, принадлежащий потерпевшему, имел достаточно яркую окраску, был желтого цвета, он аэрозольной краской перекрасил в другой цвет, погрузил тело погибшего в автомобиль, и вместе с приятелем они вывезли тело погибшего в лесной массив, где тело мужчины закопали в земле, а автомобиль облили бензином и подожгли. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье убийства. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.